Главный символ страны сегодня как никогда популярен. В день флага Украины его торжественно подняли руководители города и области. Многие пришли на праздник в национальных костюмах. Как это происходило в Киеве и Одессе, узнаете прямо сейчас. Утром флаг торжественно поднял на Софийской площади в Киеве президент Петр Порошенко. После в своей речи он отметил, что 90% украинцев положительно относятся к государственным символам. В такой повазе до национальных символов выявляется громадская самосвідомість, вміння и готовность объединять силы и подолать виклики и загрозы, что выпало на нашу долю. Надзвичайно складне завдання для нас зробити так, щоб наш прапор знову з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. Поднимать флаг президенту помогала Мария Рыбак, дочь покойного депутата из Горловки Владимира Рыбака. Его взяли в плен и зверски убили представители так называемой Донецкой Народной Республики за то, что он пытался сохранить флаг Украины, поднятый над администрацией. Наш синьо-жовтий стяг – це знак незламного духу нашего народа у боротьбі за свободу та відстоювання своєї незалежності. Де майорить український прапор, там є Україна. Так вважаю я. І так вважав мій батько Володимир Рибак. Под конец мероприятия президент вышел пообщаться с народом. После торжественного поднятия флага и рукопожатий президент с его слов отправится в зону АТО, чтобы лично поздравить защитников Украины с Днем независимости и Днем национального флага. Елена Бережнюк, Дмитрий Двойченков, специально из Киева для Думская ТВ. Передаем слово нашим коллегам. День национального флага собрал под стенами областной администрации несколько сотен одесситов. Державный прапор – це символ країни. Це втілення національної єдності. Торжественное поднятие флага возле областной администрации походило на именины без именинника. Главный реформатор в Калифорнии. Одесситов поздравляют замы. Прапор для нас сегодня – це стяг нашої боротьби і нашої незалежності. Там, де синьо-жовтий, там наша земля, і ми нікого не завойовуємо, і ми ні до кого не йдемо у гості без запрошення. А там, де він завершується, там є окупація, війна і сльози. Більше 2 років війни заставило нас усіх по-новому дивитися і на символи нашої держави, і на ті поняття, як незалежність, як суверенітет, як територіальна цілісність України. В это же время на Думской площади также был поднят национальный флаг. Там находится мой коллега Павел Репин. Ему слово. Иван, в торжественной атмосфере прошло поднятие флага и на Думской площади. Здесь присутствуют первые лица города. А в 11 часов стартует праздничный концерт на площади возле Дюка. Миссию пронести главный государственный символ страны поручили почетной вахте поста номер 1. После стяг подняли на флагшток. Пусть мир и спокойствие царит в нашем общем доме, единой независимой Украине. Поздравляю вас с праздником. На площади собралось около сотни людей, которые также пришли отметить День флага. Для каждого гражданина страны День независимости был огромный праздник. И мы решили прийти сюда на День флага. Это для нас все. Вот, потому что это праздник. Торжественное поднятие флагов 23 июля прошло во всех городах Украины. Также наше государство поздравили и другие страны. Павел Репин, Иван Леонтьев, Елена Бережнюк, Виталий Прус, Евгений Ячменцев, Дмитрий Двойченков, Думская ТВ.